был ощадный банк. Теперь остался банк. Сняли вывеску ощадный. Государственный банк ЛНР. Банкомат теперь тоже не работает, как я не работал. Многие закрыты, магазины в аренду сдаются. Видно, многих людей изможденный вид. Вот такой, как вот этот мужичок. Вот какой-то мужичка, такой вид многих горожан. Люди измождены, больные, питание плохое. Это куртки подбирают, кто-нибудь докури. Вид больной, голодный. Вот такой магазин тоже закрытый. Сейчас открыто всегда. Аптека написана. Круглосуточно, временно не работает. Ну, банкомат тоже пылью порос, не работает.